Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я ездил в Мигрос, чтобы купить мясо и остальные продукты. Ну, как видите, полка практически пустая, мяса там нету. Ну, то, что было, взял. Ну, взял другие товары, гречку, памперсы, ну, даже стеклянную банку взял на всякий пожарный случай. Может быть, скорее всего, там будем хранить воду. Для воды есть у меня где-то на 3 литра, по-моему, на 2 с чем-то, может быть, кувшин. Ну, слишком маловато получается. Какая стоимость продуктов? Гречка. Гречка стоит у нас по 55 лир. Ну, я буду округлять все время, потому что написано 54 лиры 90 куруш. Тут не говорит все время куруш, я буду округлять в большую сторону. Тоже, кстати, гречки было не очень много, всего 7 пачек. Взял все. Ну, я не люблю 100 раз ездить в магазин, поэтому стараюсь закупать как можно больше. Памперсы. Вот фирмы Памперс стоят по 150 лир одна пачка. А вот в желтоватых пачках там памперсы, они стоят по 74 лиры. Мне, по-моему, в прошлый раз писал один человек, вот, типа, твой сын ходит в памперсах и так далее, и так подобное. Нет, он в памперсах не ходит. Это мы просто на ночь покупаем. Ну, каждый воспитывает по-своему. Мне не хочется, чтобы сын вставал ночью, как говорится, пусть спит ребенок. Поэтому мы на ночь ему одеваем памперсы. Ну и второе, для супруги тоже надо время, чтобы она отдохнула. Так и так она ночью встает, его кормит, постоянно груди до сих пор кормит. Сыну моему 2 года 9 месяцев, не надо смотреть, что там внешний вид, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Он выглядит так, нормально, я имею в виду. Но ему всего 2 года 9 месяцев, это еще маленький ребенок. И как видите, супруга моя старается, продолжает его кормить грудью. На Филиппинах, кстати, многие считают, что кормить грудью – это признак бедности. Вот все чуть ли там в деревне стараются купить химию, купить вот эти порошки и кормить ребенка, как говорится, детским питанием. А вы знаете, что самое лучшее для ребенка, для его развития, для его иммунитета – это грудное молоко. Вот, кстати, я показываю мясо. Я не очень вижу на телефоне, какое мясо я вам показываю здесь. Я вам просто назову цены, сколько стоит. И вот где-то, может быть, ошибусь. Значит, лопатка, самая дешевая лопатка оказалась. Там самый большой вес будет, там 3 килограмма, по-моему, вообще-то я 2 лопатки взял. По 113 лир. Говяжий фарш, тоже он там немного оказался, вот последний, можно сказать, почти что я брал, там сделали фарш при мне, по 140 лир. Была корейка, вот корейка, по-моему, по 129 лир килограмм, и рулька по 125, баранья рулька. Корейка тоже баранья. По 125. Вот такие цены, да, вот. Многие интересуются ценами на продукты и правильно делают. Все-таки вы должны рассчитывать свои финансы, сможете ли здесь прожить или не сможете прожить в Турции. Естественно, стоимость продуктов питания играет роль в вашем семейном бюджете. Некоторые спрашивают, что мы готовим. Но я скажу так. Вот если мы берем мясо, вот баранину, я стараюсь мясо делать говорума. То есть практически на бараньем жире, который там есть, все равно присутствует, жарю, ну жарю, можно сказать, тушу. Тушу, и получается очень мягкое мясо, вкусное. Ну, кое-что еще добавляем для того, чтобы было полезно. Ну, а вот кости, которые остаются, ну, кости там немного, конечно, мяса тоже есть, мы уже используем для супа. Вот и все.
Не очень много, конечно, мяса мы покупаем. Где-то один раз в месяц или два раза в месяц. Всегда по-разному. Если вот захотелось нам поесть, идем мясо покупаем. Все. Вот, кстати, вода. Сегодня я взял воду 19-литровую. Бутылка лежит у меня в тележке. И 3 5-литровых набрал. Ну, до пятницы хватит. В пятницу я надеюсь, что я возьму 4 5-литровых и 1 19-литровую. То есть получится у нас 40 литров практически. И думаю, это хватит нам до следующего вторника. С пятницы до вторника надо продержаться. Кстати, вот вы видите сейчас цены на бензин. 95-й стоит 22.91. Курс сейчас 17.38. Вы не смотрите на веб-сайт. На веб-сайте, к примеру, Зиратбанка вчера было написано 17.43, когда я менял уже ближе к обеду. А фактически она меняет 17.38. То есть на 4.5 курс всегда меньше. Вот когда я ехал на автобус, я посмотрел, у нас несколько кранов есть в нашем районе, Изабели, где бесплатно два раза подают воду. И народ стоит, много народу набирают. Ну, когда я набирал, здесь у нас не очень много. Я подошел, практически никого не было. Как сказал ранее, это вот одна из моих ошибок, что я с самого первого дня не брал эту воду. Очень хороший вкус этой воды. Ну, первые дни у нас, честно говоря, лифт не очень хорошо работал. Где-то вот в ноябре, по-моему, у нас пришел новый домком. Вот он все, лифт отремонтировал, он постоянно следит за нашим домом. В общем-то, и тогда начали, честно говоря, ему и платить айдат. До этого вот несколько месяцев я жил, мы айдат не платили. И вот когда дома работает лифт, что, на тележке подогнал, поднялся. Не надо таскать 20-литровую бутыль по лестнице на второй этаж. Нормально. И вода хорошая, вкус хороший. И бесплатно.